нас последний участник. Добрий вечір. Привіт-привіт. Як тебе звати? Мене звати Настя Сырцова. Мені 24 роки. Всю жизнь я пела, пою и буду петь. Моя мама была пианисткой, а папа в молодости был барабанщиком. У нас с папой были очень хорошие отношения, очень доверительные. Но он болел. Он спивался. Он всегда пил. Насколько я помню, прям всегда. Больше-меньше, но... Это было, и мы с ним говорили об этом, и он говорил, я понимаю, что это плохо. И он старался. Были моменты, когда он очень старался. Отец ушел из жизни осенью. Я его очень любила и люблю, и он есть. Он будто бы уехал. Он очень мной гордился и поддерживал меня. И очень верил в меня. Он говорил, что ты вырастешь, ты будешь очень хорошей пианисткой. Он хотел, чтобы я была пианисткой. Он мне рассказывал в красках о том, как я буду выходить на сцену к роялю. И вокруг будет масса людей, софиты, лампы. И я буду вытирать клавиши, садиться играть. Я хотела петь папину песню любимую. Она у меня ассоциируется с началом хорошей жизни. Жизнь делится на до и после. Вот у меня сейчас после. Я знаю, что X-фактор — это то, что нужно мне сейчас. Настенька, какую песню ты будешь спевать? Уитни Хьюстон, Run to You. О, давай.
Спасибо. Настечка, тут нема що казати, ти бачиш. Я перший раз сижу у цьому стільці, і перший раз я вкрилася мурашками. Такого не було ще не разу. У нас були вокалістки, але щоб так проникливо співати, щоб так долучитися до кожного, з кожним словом попасти в саме серце, в саме центр душі, це дуже дорогого коштує для вокалістки. І ти це робиш. Спасибо. Ти це робиш. Я кажу тобі так, і я не знаю, хто може сказати ні. Спасибо. Мені буде дуже цікаво за тобою слідкувати на нашому проєкті. Я теж кажу тобі так. Спасибо. Олександр. Я відчував, що тобі болить, що тобі важлива ця пісня. Сподіваюсь, вона була не єдина, яку ти зможеш так чуттєво заспівати. Та сьогодні це, звісно, так, так, так! Я вас поздравляю, ви приходите. Спасибо, тренувальний лагерь. Спасибо. Для меня это очень важно. Я сегодня буду много плакать и радоваться. Спасибо. Знаешь, всем. Меня реально вот порадовал, что появился такой реально народный персонаж. Вот этот хлопчик? Вилли Бой. Я тоже про него думаю. Это твоя смена. Может, замочим ее? Ну, я тоже, кстати. Моя девочка. Я думаю, что день хороший, ребят. Хорош. А как вам? Я все равно то контенту. Слухаю его, чушь. Слухаю и махаю головой. Не понимаю. Grazie per oggi. Спасибо всем большое. Дякую велике.